у вас тут происходит? А Эйку удаляем из власти. Что происходит? За что? За все плохое, что он натворил с нашим населением. Почему сегодня? Сегодня утром мы увидели, что он даже уже поздравил Никола Пашиняна. А Никола Пашиняна мы все знали, что он предатель. И получается, что Араик тоже предатель. Об этом мы знали, что он тоже предатель. Об этом не может быть речи. Но вот то, что мы уже сегодня увидели, что он даже уже поздравляет. Получается, если он наш президент, получается, он от имени арцахского народа поздравляет Никола Пашиняна. И мы решили вот так собраться в знак протеста против Араика Арутюняна и потребовать отставку, чтобы он немедленно подал отставку. И нам не нужен такой руководитель, кажется. Лично для меня, для меня не президент. Сколько человек собралось приблизительно, по вашим оценкам? Несколько тысяч. Просто молодежь, активная молодежь. Посмотрите, что люди любого возраста, от стариков до детей собрались тут. Это народ Нагорного Карабаха, это народ, и не только из Степанакерта, и из сел тоже. Որպեսի արցախցու ցավը մի քիչ մեղմվի, որպեսի արցախցին